Ксюш, скажи, пожалуйста, что мы сейчас изучим в качестве информации, которая нам поможет спасти жизнь однажды? Не знаю, не хочу. Мы сейчас изучим, как тушить дома. Заявки о пожарах, в том числе от местных жителей, да, человек идет, пожар увидел, пришел в пожарную часть, либо нужна помощь, постовой заявку принял, либо же, когда приезжают должностные лица какие-то, в общем, у нас человек, вот сегодня у нас там Александр, у нас все встречает. Что думаешь, Максим? Хочешь стать пожарным? Климозащита. Это аппараты, в которых работают пожарные в среде непригодной для дыхания. Да? Вот, сами аппараты с баллонами. В баллонах сжат воздух. Баллон подключается к маске лицевой. Здесь есть такой у нас тренажер, Гоша, Георгий, голова. Каждое утро при заступлении на дежурство производится проверка дыхательного аппарата. Вот сейчас Рома достанет масочку. То есть вот так выглядит маска. Берем. В каждой службе четырехсменное дежурство, да? Как это? Дежурная смена называется караул. Как еще издали меня. Да, и четыре караула. Первый, второй, третий, четвертый. Дежурим мы сутки через трое. Возглавляет караул начальник караула. Вот это его кабинет. Рабочее место. Начальник караула ведет всю служебную документацию, соответственно, следит за своим личным составом, заполняет всякие карточки после выездов. Пожарные это не только тушат, как бы, да, и все. Документальной работы очень много. Это... Сложно сказать, где находится сердце части, но, наверное, здесь находится желудок. Это наша кухня. Александр это просто гуру готовки, мастер на все руки. В караулах чаще всего есть один человек из числа пожарных, который готовит нам весь караул. Мы скидываемся небольшим количеством финансов и целый день мы обеспечены едой. Вот, так что скоро какая-то обеспеченный класс. Так, проходите, вставайте, пожалуйста, сюда, да, чтобы там двери не упало. Это проектор, ну, это как большой телевизор. Учебного класса. Люди считают, что когда нет пожаров, пожарные спят, да, пожарный спит, страна богатеет. Немножко не так. У пожарных, у них четко расписан режим дня. От времени подъема, да, и до отбоя. Давайте на квадратике, взрослые могут быть. Давай на квадратике, выбирайте на квадратик. Взрослые могут пожарный, водитель, и последний диспетчер, да? То есть все заступающие караулы, сменяющие границы, стараются друг друга. Здесь стоит начальник части, да, ну, и инженер, там старший должностное лицо, он зачитывает какие-то там приказы, да, задания на текущий день. Вот, смена караула происходит здесь. Вы сейчас вот практически, можно я вас даже сфотографирую, потому что стоите прекрасно. Вот, быстренько, да, отпихиваются ноги.
лямки. И куртка, она одевается вот через голову. Раз. Все выстегивается. Обязательно ремень. При любом выезде экипировка должна быть полная. Причем неважно, едешь ли ты спасать кота, либо же едешь на пожар, да, это обязательно ремень. Это подшлемник, да, дополнительная защита лица, головы. Каска. Каска обязательно застегнута подбородным ремнем, краги. Ну, все, собственно. Вот, и все. И сели в машину, поехали. Ну, так да. А там, кроме топорика, еще что-то можно повешать? А, на карабин, ну, это для самоспасения. Ну, там уже дальше идут всякие... Обвесы. Ну, обвесы, да, там фонари, радиостанции, спасательные веревки. Для себя это штуки уже, которыми пользуешься. Просто еще у каждого пожарного в карауле есть какие-то свои определенные функции. И там гидрант, да, подать воду. Вот, командир отделения, там, или начальник караула, он передает сообщение. В общем, да, у каждого. Единственное, что, откуда вы берете каску, положите ее, пожалуйста, на место. Стороны вылезать, да? Помогите, пожалуйста. Сейчас в пожарной машине российского производства КАМАЗ-3650 мощностью 1200 лошадиных сил. Емкость бака для воды 5 тонн, скорость выстрела 40 метров в секунду. Что видишь там? Расскажи. Ha!